Здарова, ребятки! Вы на канале Игрозавр, и сегодня я буду впервые играть в игру «Том за золото». Ну что, поиграем? О, ребята, какое-то ограбление! Смотрите, что... Ого, авария какая-то! Это же енот, смотрите! Енот-воришка украл золото! А, ребятки, тут я понял. Здесь, получается, нужно собирать золото. И чем больше, тем лучше. Какой-то магнитик. Интересно, для чего он нужен? Ага, он притягивает себе вот это золотишечко. Хорошо. А где енот? Куда он делся? Ага, вон он устал, он ждет. Сейчас мы его догоним. А ну иди сюда. Ребятки, напоминаю, если ты не подписан на канал, срочно нажимайте красную кнопку подписаться, чтобы она превратилась в серую. Давайте вместе на счет 3. Раз, два, три. Молодцы, ребятки. А мы продолжаем играть дальше. Эй, гля, куда он убежал? Опять золото разбрасывает. Так, ладушки, давайте сейчас сконцентрируемся на том, чтобы мы ни во что не врезались. Давайте же попробуем здесь вот так вот. Эй, автобус. Фух. Осторожненько, Том, аккуратненько. Собираем золотишечко. А шлем, я так понимаю, ребята, нам нужен для того, если мы вдруг куда-то врежемся, да, то как бы это дополнительная жизнь. Хотя я не уверен, потому что я первый раз в эту игру играю. Давайте же попробуем максимально далеко убежать. Ой, какой-то подвал. Ребята, куда мы забежали? Где мы оказались? На какой-то тележке. Вау. Вот это круто, ребята. Смотрите, а прыгать мы можем? Да, можем прыгать. О, давайте двойное удвоение очков. Крутяк. Мы на какой-то шахте, да? Или что-то такое по добыванию золота. Тихо-тихо, Том, аккуратненько. О, магнитик, ребятки. Отличненько взяли. Супер. Слушайте, ну классно, а как он здесь вообще, там портал какой-то или что это такое, я не могу понять. Так, здесь соберем, аккуратно. Эй, енот, стану стоять. Какой-то динамит мы взяли, а что, мы можем что-то подорвать или что? Вау, вот это была сальтуха, класс. Здорово, ребятки, так, шлем пропустили, чуть-чуть не успели. Фух, чуть не врезались, ребятки. Ну, вы знаете, игра довольно-таки очень интересная, но довольно-таки сложная. Так, эй, фух, чуть не врезались, магнитик. И опять мы оказались в городе. Слушайте, ну мы уже далеко убежали. А что это такое, ребята? И как с этим бороться? Енот, это же енот, смотрите, проказник. Ага, и в него нужно бросаться, смотрите, вот этими бомбочками, не попадаться на препятствия. Вот это да, я такого еще не видел. Какая интересная игра, ребятки. Интересно, мы сможем победить этого енота или нет? Как вы думаете? Если вы думаете, что мы его победим, обязательно ставьте лайки, ребятки. И подписывайтесь на канал, не забывайте. Так, ну что, сколько еще раз его нужно попасть этой бомбочкой, а? Енот, а ну давай сдавайся. Эй, дружок! Фу-фу-фу-фу. Тихо-тихо, Том! Аккуратненько, дружище! Ну что, мы его подбили, ребята, и походу мы его победили. А нет, мы его преследуем дальше, смотрите, на самолетике. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, тихо. Эй, фух, аккуратненько. Енот, вот злой енот, да, проказник, получай. Аккуратно. Так. Так, 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 ну давайте, давай, давай, давай же, Том, давай, 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 эй. Ребята, это нереально тяжело. Тем более я играю реально первый раз в эту игру. Эй, фух. Ну что, словили мы его? А ну-ка, енот, беги сюда. Сейчас мы тебя... Куда ты убегаешь? Куда он убегает, ребята? Так, ну ладно, дальше начинаем преследование. Я думаю, далеко он все равно не убежит. Он рано или поздно устанет, наверное, да? Так, ну, о, опять какой-то подвал забежали. Где мы окажемся? О, тихо-тихо-тихо. Шлем, на всякий случай он нам пригодится. Мало ли куда-то врежемся. Какие-то виллы, смотрите. Где мы оказались? В каком-то селе или какая-то деревня? Ой, банан, главное на него не наступить, а то мы подскользнемся и упадем. Так, вниз. Какой-то город мы забежали, ребята, интересно. Интересно, что это за город? Или это деревня? Хм, так, тихо-тихо-тихо. Осторожно, банан, не подскользнуться бы нам. Так. Вот, вот так. Аккуратненько. Интересно, где же этот енот и когда мы его догоним-то, а? Или это будет бесконечно продолжаться?
Так, удвоение очков, отличненько, ребята, пока мы идем. Ну, если честно, я уже аж немножко вспотел. Потому что действительно это сложновато, но очень интересно. Давайте же дальше продолжим. Так, у нас здесь заканчивается этот мир. И мы опять оказываемся в нашем современном городе. Ого, такси! Тихо, тихо! Фу-фу-фу-фу! Так, сейчас был бы Егорка, он бы мне сейчас бы помог. Так, ну Егорка занят. Не сегодня, он с нами, но в следующий раз мы обязательно с ним встретимся и поиграем в какую-то другую игру. Yes! Так, ребята, ну что? Эй, мы врезались, ребята! Спасаем его. Да, мы его спасли. У нас были какие-то ресурсы, был какой-то динамитик, да, и мы смогли его воскресить. И мы бежим дальше. Продолжаем погоню. Мы уже очень далеко забежали. Так, енот, вот он. А ну лови его, Том! А когда же мы его словим-то, а? Вот мне интересно, когда это будет? Так, опять мы оказались в какой-то деревне или в каком-то старинном городе. А я даже не знаю, что это такое, ни на что не похож город. Такой как бы средневековье какое-то, да? Где водятся принцессы, короли и королевы. Так, ну что? Собираем мы золотишко знатно, хорошо собрали, так... Но нам бы догнать этого енота, потому что мы все-таки тогда на самолете-то несколько раз подбили, да? А все равно он от нас ускользнул, вот прокальник. Но сейчас мы его все равно догоним. Мне кажется, что здесь мы его обязательно скоро словим. Давайте же попробуем это сделать. Так, шлем, шлем, шлем. Берем шлем, так, взяли. Отлично, если вдруг ударимся, то шлем нам должен помочь. Аккуратненько. Так, бананчик, тихо. Так, тихо-тихо-тихо, аккуратно. Фух. Удвоение очков опять, здорово. Ого-ого, сколько автобусов. Тихо-тихо-тихо, Том, осторожно, осторожно. Так. Ого, ребята, он реально стал быстрее бежать и стало тяжелее им управлять. Я вообще еще удивляюсь, как до сих пор я еще тут бегаю и не стратил. Дай бог, чтоб еще пробежал. Так. Быстро-быстро сюда. Так, становится очень довольно-таки тяжело, ребятки. Так, 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 вот так. Фу-фу-фу-фу-фу. Мне сейчас реально становится тяжело говорить что-то и им управлять, потому что тут нужно следить за каждым его шагом. Каждую секунду есть опасность того, что он может во что-то врезаться. Так. Ой, 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 ой. Фух, ребята, мы чуть-чуть еще бы и врезались бы. Мы и так ударили Тома. Так, Том, давай, приходи в себя, аккуратненько. Так, автобус. Машинка. Фух. Еще автобус, тихо! А где же наш енот? Я что-то до сих пор не могу понять, почему мы так быстро бежим, а енота мы не догнали, а? Тихо! Эй! Ребята, ну это действительно крутая игра. Мы очень быстро сейчас бежим, и им действительно тяжело сейчас уже управлять Томом. Так. Ну, убежали мы далеко. Фух, ребята, мы чудом только что чуть не врезались никуда. И опять. Эй, фух. Сколько мы уже пробежали? О, давайте в подвал спустимся. Интересно, где мы сейчас окажемся? Ух ты, смотрите, под водой. Какое интересное место. Вот это да, мы как водолазы какие-то, да? Вот это круто, ребята. Эй, в якорь врезались. А ну, давайте попробуем дальше. Да, мы его оживили, ребята, мы можем дальше продолжать нашу погоню. Ой, какой-то корабль разрушенный был, вот это прикольно. Я такого еще, если честно, ни в какой игре не встречал. Довольно-таки очень интересная игра Том за золотом. Почему я в нее раньше не играл, вообще не могу понять. Нужно будет Егору обязательно предложить, и в следующий раз мы встретимся все вместе, вместе с Егором, поиграем в нее. Так, шлем, он нам пригодится, отлично. Мало ли что, сейчас где-то врежемся, а он нам поможет. Так... Так, аккуратно, какие-то подводные лодки, тихо! О, ребята, это, конечно, круто. Так, мы взяли какую-то одну шашку динамита. Она нам, если что, поможет... Поможет оживить Тома, если нам еще их хватит. Я уже не знаю, сколько их нужно, конечно, для того, чтобы его оживить в следующий раз. Так... Ну, вроде бы у нас как... Получается, не получается. Мы врезались, ребята. И все, к сожалению, нам не хватает больше динамитных шашек, чтобы продолжить эту погоню. А жаль. Ну что же, ребятки, у нас тут новый рекорд. Получается, мы собрали аж 23 344 очка. Вот это круто. Ребятки, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, лайки и пока-пока.